В регионе набирает обороты реализация крупнейшего проекта строительства многопрофильной больницы. Аким области посетил объект. Несмотря на неблагоприятные условия, работы здесь продолжаются. Смотрим сюжет. Зима в этом году снежная и морозная. Приближается середина марта, но метели не утихают. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, в области не прекращено строительство многопрофильной больницы. На сегодняшний день вбито около 6 тысяч свай. Сейчас строители заливают бетон будущих больничных блоков. Строительство ведет турецкий холдинг «Юдей» и местная компания «BI Group». На объекте трудятся более 500 человек. Сейчас ведутся подбетонка, заливаем подбетонку. После подбетонки идет гидролизация. На данный момент около 600 квадратов мы уже сегодня зальем. Забетонируем. Да, и гидролизация. После гидролизации уже проводим уже армирование и бетонирование. Основание идет. Общая площадь медучреждения составит 90 тысяч квадратных метров. Планируется, что оснащенная современным оборудованием больница выведет медицину региона на новый уровень. Это будет самая современная больница среди регионов нашей страны. Будет установлена самая современное в мире оборудование, которое позволит нам проводить медицинские услуги на высоком международном уровне. Вот это задача, которую мы для себя поставили 2 года тому назад. Так мы ее постепенно достигаем, и она будет достигнута. Строительство объекта должно быть завершено в течение 2 лет. Для жителей региона планируется бесплатное оказание медицинской помощи. Наталья Итова, Василий Розбаева, Адиль Нуржанов, служба новостей.